Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Начнем, пожалуй, с тренировки. Так, забираем. Не понял. Забрали, ну ладно, хотя бы один отряд. И то годится. Так, ну что ж, забегаем быстренько на арену. И ох ты, 24 карточки ножница. Так, и что же нам еще здесь выпадет? Ёлки-ты-палки, 20 банши, ага, богиня солнца, 22 карточки, так, пришелец и хилбот, плюс 21 500 монет. Слушай, ну это неплохо, ребята, я считаю, что ревард удался. Так, ну что же, мы давайте с вами попробуем вот этого вот Маноло забомбить. Так, у него босс термин 9000, ну, в принципе, ребят, для нас это ерунда. Ну, что там, ну, 60 какой-то уровень, да, против моих 91-го, это... Фу. Так, новый противник, квест мы сразу же завершили, еще даже не приступив к нему. Поехали, сейчас быстренько разберем. Я думаю, что здесь будет достаточно и одного джиггернаута, и, наверное, чумной летучей мышки. Хотя я могу и недооценить врага. Ну, 61 уровень все равно, ребят, на 30 левелов мы его круче. Ну, вы сами видите результат, смотрите, сколько он мне наносит урона и сколько я. Вот чумная мышь. И, наверное, на этом будет, ребята, хорош. Так, смотри-ка, что он тут вытворяет. А если я сейчас фаербол запущу, как ты на это среагируешь, а? Я вижу, болезненно, ребята, реагирует он. Так, разбомбили, ну, в принципе, и все. Сейчас мы быстренько с вами базу-то и расчекрыжим. Как говорится, победа за нами. Тут к бабке не ходи. Новое место первое. И, надеюсь, такое у нас и останется. Ну что же, так, забираем квесты. Так, тут выполнили. Зайдем, наверное, с вами быстренько в магазин. Давайте посмотрим, что тут у нас хорошенького есть. Но ничего для нас интересного здесь нету. Плохо. Очень плохо. Так, что у нас там по армии? Ребят, давайте посмотрим, а? Кого у нас в ближайшее время можно будет прапать? Смотрите, если мы с вами наберем... Нет. Жрицу еще долго. Ее долго. Давай посмотрим, что у нас по нежити. Так, ну что же. 2000 нужно карточек на жнеца. У нас всего лишь пока 40. То есть это очень и очень долго придется копить. Также, кстати, и на зомби с надгробием тоже долго нам придется копить. Вот где-то... На подходе у нас уже тыквоголовый, да? Буквально еще 380 карточек, и мы его сможем прапать на фулочку. Башня уже тоже на подходе, кстати. Надо будет запомнить вот это вот. Ну-ка посмотрим, что у нас по роботам. Ага, смотри-ка. Щитобот. 50 карточек мы с вами где-то добываем и прапаем его полностью на 5 звезд. Кстати, также не уступает у нас молотильщик. Смотри-ка, и бомбер тут же. Хм, кстати, у меня вот роботы, да, практически все на подходе, ребят, смотрите. Даже этот, как тебя величать-то хоть, парнишка? Как этого робота у нас? А, ракетный робот, ребят. Ракетный робот тоже готов прапаться на 4-ю звезду, так же, как и атомобот. Тут вообще 3 карточки нужно всего лишь найти. Слушай, ну это хорошо, это радует меня. Так, ниндзя еще далековато, 500 карточек нужно. Так, на 3 звезды бог ветра прапается, но тут 80 карточек еще нужно. Тоже много, довольно долго. Так, Ронин тоже долговато. Ага, смотрите-ка, ребят, самурай. Через буквально 39 карточек мы его прапаем на 5 звезд. Круто. Ну и последний, это у нас захватчики. Как у них тут дело обстоит? Так, бородавщик, я смотрю, буквально через 200 карточек готов прапаться. Ага, 3-ю звезду получит у нас смотритель. Через сколько? Через 12, да, карточек? Ага, даже мы можем стража на 4-ю звезду потом прапать. И хищнец на подходе. Также у нас еще тритон. Ну, в общем, ребята, сами прекрасно видите, да, что очень-очень много героев у меня хотят прапаться буквально в ближайшее время. Мы будем к этому с вами стремиться. Ну, а пока у нас, естественно, продолжение сюжетки. Так, у нас остается вот эта вот карта. Единственное, это территория роботов. И мы с вами, конечно же, будем здесь с ними разбираться. 97 и 96 уровень против моего 91-го. Будет очень напряженно, если честно. Так, кого же нам взять? Может быть, вот этот отряд? Для начала, как сказать, для разминочки, да? Но у него молотильщик крутой. Будет бомбить, наверное, моего.
давай, наверное, мы все-таки вот этот отряд возьмем для начала. Потому что здесь самый первый бой, вы прекрасно знаете, что маленькая дистанция между нашими базами. Я не хочу, чтобы хитрозадый молотильщик приехал сюда и начал бомбить. Естественно, тут будет нам помогать в этом деле Ронин со своим обалденным дамагом. Воу-воу-воу-воу. Так, секунду. А что я делаю-то? Зачем? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребятули. Блин. Не получится, да? Или получится? Нет, не получится. Мы сольемся, наверное, с вами. Блин, ребят, я слился. Ладно, придется переигрывать. Не успели мы с вами здесь отстоять. Ладно, давай. Ты смотри, что происходит. Всех сносит, а? Слушай, нет, тут не прокатит, ребят. Тут слишком круто все. Этот молотильщик, да, вместе с щитоботом, фигня полнейшая. Давай попробуем взять с вами другой отряд. Попробуем взять другой отряд. Я, честно говоря, рассчитывал на Ронина, но молотильщик не дает пройти. Слушай, вот этот вот, если только брать отряд. Тут у нас Джаггернаут. Блин, а он дорого стоит. Или же вот этот. Давай попробуем этим. Этим отрядом, но я не знаю, получится ли у нас. То есть нам придется вызывать молотильщика. Естественно, вражеский молотильщик нас здесь переплюнет. Проверим, надо проверить обязательно, ребята, это дело. Давай вот так вот сделаем для начала. И сразу же отправим сюда молотильщика для проверочки, ребята. Ага. Так, ладно, пока нормуль. Так, мечника. Блин. Давай. Так, что у нас тут? Блин, да что ты будешь делать? Знаешь что, давай вот так попробуем. И вот так сделаем. Замечательно. Ну, пока, ребят, хорошо все. Давай-ка мы попробуем с вами. Я хочу тигра призвать. Я хочу призвать тигра. У тигра, ребята, обалденный дамаг. Так, упал. Выпускай свою эту... Блин, ребят, он не стал выпускать душу. Ух-хо-хо-хо-хо-хо. Давай так попробуем. Блин, они разбирают нас. Давай так. Ага, падают листья. Куда ты там ушел, эй? Да ну! Так, ребят, он развернулся и пошел опять на мою базу. Фух! Напряженочка обалдеть какая, серьезно вам говорю. У нас времени-то не так уж и много, ребят. Как бы нам... Ну, душу есть! Другой разговор. Но все равно как-то фигово получается, ребят, на самом деле у нас вот наше супер-пупер прохождение. Давай вот так вот. Ага. Замечательно. Друидку нужно вызывать. Вот оно что. Мы сидим тут с вами, рассусоливаемся. Надо вызывать, конечно же, друидку. Так, спасибо за карточку. А чё нам, друидка? 30 с лишним секунд всего лишь осталось. Я не знаю, ребят, как мы тут... Наверное, не успеем. Наверное, да, не получится. 30 секунд на все про все. Давай вот так вот сделаем. Плюс приворот. 19 секунд, даже конь не валялся. Ребят, ну посмотрите, ну что это? Ну, постарайтесь, ну пожалуйста. За 10 секунд... Вообще, наверное, нереально будет. Слушай, какой же вредный этот щитобот, а? Ты посмотри, как он меня нервирует. Вот серьезно вам говорю. Ой-ой-ой, я не знаю. Обалдеть. Нет, конечно, вы представляете, уровень какой у него, да, и какой у меня. Почти на 8 левлов он меня круче. И это очень сильно сказывается. Да, мы здесь с вами, конечно, победили, но с горем пополам. Надо переигрывать. Обязательно переигрывать, только вот кем и как. Щитобот, да? 97 уровня. Практически непробиваемый. Вот этот отряд, в принципе, ребят, хорош. Очень хорош. Но я думаю, что здесь нам нужно убрать оборотня, прыгуна. Давайте мы попробуем с вами убрать оборотня и поставить. А кого можно поставить? В принципе, всадник на журавле неплохо бы зашел, потому что молотильщик приезжает, да, он даже выпускать будет свою пилу. Она не будет задевать. Так, давайте попробуем так сделать. Убираем отсюда прыгуна и берем с вами в отряд
Слушай, а зомби взрывной здесь хорошо бы зашел? Как думаете, а? Я вот, честно говоря, не знаю. Слушай, ну, некро, в принципе, тоже неплохо бы могла зайти. Но вы понимаете, если пила полетит, ей сразу хана. Наверное, все-таки нам надо взять всадника на журавле. И, может быть, думаю, убрать отсюда ниндзю. Убрать отсюда ниндзю. А кого тогда вместо ниндзи поставить? Ну, предположим, я убрал. Кого поставить можно в противовес? Тут у меня нет таких... Может быть, взрывного? Можно БФГ, кстати, взять. БФГ, давай подумаем, БФГшка. Я даже не знаю, что и сказать. Ах, ё-моё. Ладно, я попробую, ребят. Я рискну именно через БФГ сыграть. Хотя, мне кажется, это не поможет мне вообще никак. Все, всех проапал, всех прокачал. Поехали, попробуем. Ну, так, подожди, нет. Не надо с этого уровня начинать. Давай вот с этого. Будем с этого уровня начинать. Ну, согласитесь, что молотильщик мой в том отряде довольно неплохо рулил. Очень даже хорошо, я бы сказал бы. Попробуем, может быть, успеем. Так, ну... Ну... Фу, успел, Чего? Вы что, блин, вы издеваетесь, что ли, вот так вот делать? Офигеть, ребята. Ну, БФГ, ты что там, спишь, что ли? Ребят, я не знаю, что тут можно, блин, придумать. Ну, ладно, хорошо, через отражение, нормуль. Давай попробуем с вами призвать всадника. Всадника, а потом сразу Ронина еще. До кучи. Давай. Пробиваем, родные мои, пробиваем. Фух. Вроде бы немножко, ребят, с вами как-то уравновесились, мне кажется, да? Я, конечно, не хочу спугнуть мою удачу, но, по-моему, все даже очень хорошо, даже очень неплохо идет. Фух, неужели мы с вами пройдем, а? Вот почему я, ребята, взял... Тихо! Давай сюда мага-рыцаря. Так. Ну, щитобот против мага-рыцаря — это ничто, ребят. На самом деле. Так. Давай, всаднички мои. Бомбим базу вражескую. Роднулечки, не подведите меня. Фух. Вот она, ребята, долгожданная моя победа. Ну, все-таки я был прав, что сделал ставку на всадников на журавле. Так, а здесь уже и прибавляется сразу же паукобот. Паукобот, да, 97 уровня. Тоже не было печали. Сейчас начнется. Он будет, естественно, его призывать. Вот здесь бы, конечно, хорошо бы зашел прыгун. Но я его уже убрал, я не хочу его как бы возвращать сюда в отряд в ближайшее время. Будем играть через мага-воина с вами. Хотя, подожди, посмотрим сейчас. Я вызову, конечно. Ага, щит. Так, погоди. Мне нужен, ребята, всадник на журавле. Это однозначно. Так, смотри-ка. Все очень даже идет хорошо. А вот, ребята, и паукобот. Давай, бомбим его. Ну. Блин. Так, ладно. Я вызываю еще одного мага-рыцаря. И я хочу, ребята, призвать все-таки уже ведьму, в конце концов. Мы попробуем сейчас ее призвать. Так, ведьма, давай, родная, копись. Все, я ее вызвал. Ну, естественно, тут сейчас начнется расколбас полнейший. Так, ульта моя пошла. Замечательно, ребята. Все пока великолепно идет. Сейчас одна пила и всех этих зомбарей снесет. Но мне-то нужно что? Мне нужно одно единственное, ребята. Это уничтожить вражескую базу. В принципе, всадник на журавле этим и занимается. Причем довольно неплохо. Так, у нас еще минута в запасе. Да, разнесли. Слушай, ну отлично. Это комба сейчас рулит в данный момент против нашего вот врага. И здесь прибавляется джаггернаут. То есть получается как бы два танка. Джаггернаут и щитобот под прикрытием... Молотильщика. Вот это, конечно, жестко сейчас будет на самом деле.
Ну, если подумать, ребят, мы с вами уже не впервые проходим таких врагов. Единственное, конечно, что отрыв большой на 9 уровней. Это довольно круто. Это, ребят, довольно круто. Такой большой, как говорится, разрыв между уровнями. Так, хоп, отлично. Давай-давай, Ронин, молодец, красавчик. Всадник на журавле, пошел. Ты мне здесь очень нужен, ты мне здесь пригодишься. Естественно, маг-рыцарь, естественно, ребята, ульта. Так, видите, что вытворяет, а? Что этот мерзавец вытворяет? Так, тут летающих юнитов нет, поэтому мой всадник на журавле просто будет сейчас стоять и бомбить до посинения вражескую базу. Вот так мы еще с вами сделаем. Еще и Ронина сюда позовем, чтобы он нам помогал. И еще, наверное, надо будет всадника на журавле, да, призвать. Или же вот так вот. Ну что я могу сказать, ребят, авансом могу сказать, уже победа за нами. Сейчас всадник на журавле просто добьет вражескую базу. Один стоит и бомбит. И все, вот она, победушка-то наша. Фух. Так, предпоследний уровень. Кого они здесь, ребята? Ой, а вот это плохо. Здесь у нас хилбот. Хилбот будет, естественно, хилять щитобота. И это будет практически неубиваемая команда. Но все равно, ребята, я никого не буду менять. Мы пойдем этим же составом. Попробуем здесь как бы отстоять. Единственное, что вот если моя БФГшка будет стрелять своим лучом замечательным, который пробивно идет, то я думаю, что вот этот хилбот будет падать сразу же. По идее, он должен сразу же упасть. Видите, захиливает. Обалденно, да, он захиливает просто. Все, мы его пробили. Опс, хилбота уничтожили. Так, всадник на журавле, ты обязательно здесь нам нужен. Без тебя, я боюсь, мы тут не справимся. Смотри, что делать, а. Притягивает, оттягивает. Этот вот меня раздражает, серьезно говорю. Да, теперь Ронин попал под раздачу. Да давай ты уничтожай, елки ты палки. Не может, ребята, не может он уничтожить. Давай попробуем так сделать. Да ну, хорош. Что, серьезно, что ли? Во, совсем другое дело. Ускорение. Нормуль, выжили мы здесь. Так, отдай сюда карточку на хилбота. Она мне пригодится. Тебе-то она уже явно не нужна. Так, смотрите. Вот, молодец, БФГ, молодец. Вот так вот и продолжай в том же духе делать. По-моему, там отдуплился, да? Естественно, отдуплился, потому что полетела пила от молотильщика. Ронин, давай, с разбега, пожалуйста. Но нет, он идет в развалочку. Минута у нас, ребята, времени. Я сейчас буду применять ульту. Вот она пошла. Уничтожаем всех этих ханориков. Я не могу понять, почему мои всадники на журавле не могут бомбить базу. Что-то там стоят, кого-то пинают 30 лет и не могут дойти. Вот, вот они, все втроем собрались и начинают бомбить. Есть. И карточку забираем. Фух, ну что же, последний бой. Кто у них тут босс будет? Ёлки ты палки. Ёлки ты палки. Термин 9098 уровня. Вот это будет, ребята, эпичный бой, поверьте мне, потому что я не знаю, как мы будем здесь как мы будем противостоять ему, а? Ё-моё, друидка. По-моему, друидка, да, у нас против термина всегда хорошо заходила, но не с таким разрывом по уровню. 8 уровней, как говорится, он старше меня. Не знаю, что получится. Будем стараться. Мы всегда с вами стараемся, да? Всегда стараемся. Не всегда, конечно, у нас все это получается, но тем не менее, ребят. Давай я вызову сюда тигра. И тоже вызовем молотильщика с вами. Ё-моё, ну ты понял, да, что произошло? Давай так делать и попробуем вот таким вот макаром. Так, мне дадут накопить сегодня на... Ёпрста, еще и джаггернаут идет. Так, ну тут, конечно, джаггернаута фиг пробьешь. Ребят, я вызываю друидку.
И что, и молотильщика? Еще и рыцаря вызовем с вами. Ну, конечно же, ничего у нас не выходит. Подожди, подожди, подожди. Хиляйся, родная моя, хиляйся, у тебя очень мало здоровья. Я про друидку, ребята, именно. Да что такое, мы с этим джиггернаутом что, не можем никак справиться еще? Точно? Давай тигра позовем на помощь нам. Вон он, крадется, ребята, термин. Сейчас будет расстрел. Капитальный причем. Ну... Да чтоб тебе, ты посмотри, что он делает, ребят. А, все, я, кажется, вспомнил теперь кое-что, ребята. Что же нам не хватало все это время? Нам не хватало прыгуна здесь. У нас прыгун обычно всем этим делом заправляет. И вот здесь он как раз бы хорошо заходил. Но его у нас нету. А этот бомбит и рад наяривать там, а? 35 секунд. Не-а, не получится, ребята, у нас пройти здесь, к сожалению. День рождения только раз в году. Мы даже урона ему не нанесли, а может быть и нанесли, но его хилботы, по-моему, там лечат. Так что я не знаю. Воу. Ты понял, как душа... Ты видел, сколько здоровья отняла душа тигра, когда он погиб? Ха-ха. Это, конечно, круто. Но... Давай. Тигр, нет, не стал выпускать душу. Не сможем мы пройти здесь. Да и друидка у меня, ребят, погибла. Хе. Спеклись по времени. Ладно, давай попробуем хотя бы. Может быть, у нас просто получится пройти. Без урона, без дамага. Ну, сами понимаете, да? О чем я говорю. Так, я еще попробую вызвать одну друидочку. И молотильщика. Здесь, знаете, что... кстати, я сейчас только что понял, что нужно, ребята, сюда. Сюда нужен нам грифон. Да-да, именно грифон. Вообще побольше летающих юнитов. И тогда, скорее всего, мы сможем его пройти. В общем, прыгуна надо взять сюда. Летающих юнитов парочку. Например, чумную мышь, еще кого-нибудь. Чтобы уничтожать с воздуха вот этих вот ханориков, которые нам все время тут досаждают. Ну, а, например, того же самого... термина можно было бы бомбить прыгуном. Даже если бы он перепрыгивал, он, по крайней мере, вот этих вот хилботов, которые сзади стоят, мог бы уничтожать. Слушай, как вариант, нужно будет, ребята, это попробовать. Ты посмотри, что происходит, а. Да, мы убили с вами термина. Ну-ка, ладно, хорошо, давай попробуем. Может быть, все-таки мы здесь сможем с вами победить. Получим опыт, деньги, ну, все дела, ребята. Самый противный здесь это хилбот. Он захиливает своих юнитов. И нам, как говорится, ухудшает нашу работу по уничтожению вражеского замка. Но мы, как видите, уже, ребята, в распил ее пустили. Ладно. Тактика, в принципе, рабочая, но очень и очень медленная. Очень медленная. В общем, нам нужно с вами... немножко подумать над тем, чтобы изменить состав команды. Сейчас мы этим и займемся. Так, ну, понятное дело, что мы здесь выиграли, да, все дела. У нас тут, смотрите, карточки. Но меня это не устраивает. И поэтому давайте-ка будем переделывать. Значит так, нам нужны летающие юниты, нам нужен грифон. Кстати, грифон, по-моему, ребят, стоит на прокачке. Я его взять, наверное, не смогу. У него... Так, ну-ка. Хватит мне его прокачать. Угу. 84 уровень. Блин, слабоват он будет. Стоит ли его брать или нет, а? Стоит ли мне его брать? Ну-ка, грифон, давай-ка мы тебя отсюда уберем и поставим сюда пока, например, улитку, пускай она прокачивается. 84 уровень грифона. Так, что мы здесь с вами можем заменить? Паладина. Рыцаря. Эти у нас вполне сгодятся, потому что у них у всех есть атака после смерти. С вероятностью там небольшой, но все-таки есть. Ну-ка, давай попробуем. Уберем, наверное, паладина. И этого, и поставим например, где? Вот прыгуна и возьмем сюда, да? И чумную, где она? Кстати, можно будет взять и некро. Ой, как вариант, блин. Ребят, я не знаю.
Я не знаю, что лучше. Попробуем вот таким вот макаром. Погоди-ка, я зачем убрал молотильщика, а? Кто мне скажет? Без молотильщика-то здесь будет плохо. Фух. Ну что, была не была, попробуем. Я знаю, ребята, что некоторые тут слабенькие, например, грифон. Но что поделаешь? Делать нечего, надо пытаться. Блин, жестко, конечно, сейчас будет, жестко. Так, грифона никто не сможет убить, кроме самого термина. Потому что только у него снаряды испускают огонь, который могут поджарить. Так, ну естественно выходит молотильщик. Мы с вами призываем тигра. И начнем, пожалуй, вызывать грифона. Ну, грифон, давай, как он дорого стоит, ребят. Как он дорого стоит. Вот, ты понял, что делать грифа? Вот так вот, ребята. Теперь выпустим с вами вот этих ребятулек. Че, уже тигры, что ли, ухоркали мне? Че-то как-то вы быстро тут, эй, ребятушки. Так, Джаггер отдыхает. Что я сейчас делаю? Что сейчас начал тупить, ребят? Так, отлично. Он еще не вызывает, да? Он еще, ребята, не... А вот, вот, ребята, и термин 9000. Тьфу ты! Нет, что-то как-то... Что-то как-то не то, ребят. Что-то не зашло опять. Мне кажется, я понял, что не зашло. Я слишком долго тянул со своей друидкой. Слишком долго тянул. Так, а ну-ка. Нет, ну грифона, ну что это за дамаг? Ну это вообще ни о чем, ребятули. Ну, куда ты летишь, грифа, ё-моё. Так, давай попробуем вот так вот отбиться от этих охламонов. Уже, ребята, 43 секунды. Ну и что? Давай попробуем. И даже наш прыгун здесь не справляется. Его разносят в хлам. Причем довольно быстро. А как же тогда быть-то? Как играть-то тут? Я не знаю, серьезно вам говорю, ребят. Так, давай попробуем еще вызвать прыгунчика нашего. Прыгунчик, ты где? Куда ты там? Пойму я, куда он вообще делся? Нет, ребята, не вариант. Нифига не получается. Не выходит ни шишарики. Джаггернаут слишком крепкий, чтобы его пробить. Вон, прыгун молодец. Смотри, смотри, он его просто поймал. Ну, естественно, хилбот сзади стоит и начинает хилять. А тот на попяточку идет, да? А тот идет просто на попяточку. М-м. Не вариант, ребят, я расстроился. Честно вам скажу, я очень сильно... Почему мой прыгун там завис? Я рискну. Я, ребята, рискну. Я попробую. А вот что-нибудь да вдруг получится. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Даже... Смотри, что творит, а. Ты смотри, что он вытворяет здесь мне. Как он может, ребята, одного джаггернаута за другим вызывать, а? Даже я с такой... У меня даже дольше откат, чем у него идет. Без понятия. Имбует? Или читерит? Другого варианта нету. Давай так попробуем теперь. А кто ж тебя там захиливает-то? Я не могу никак понять. Хилбот, что ли? Давай так вот сделаем. Смотри, смотри, что он делает. Сейчас будет захиливать, да? Джаггернауда хиляет, обалдеть просто как. Ну, ребята, время у нас. Сейчас выйдет термин 9000, и будет нам хана. Или же он все-таки не выйдет уже здесь? Нет, скорее всего, он выйдет. Так, ладно. Ребята, минута у нас в запасе.
мы уже начинаем бомбить базу. Но вы не забывайте, что я потратил 10 гемов на все это дело. Так. Вторая друидка подошла у меня здесь. Бомб... Есть! Да, ребята, только вот таким вот образом у меня получилось выиграть. То есть я потратил 10 гемов, и, как видите, мы забомбили ему базу. Ну, теперь со спокойной душой я забираю ревард наш. Так, ядербот, репульсор и 11500 монет. Забираем черепах, забираем банши и забираем 14 карточек на герцога, на короля. И переходим с вами на следующий портал. Так, давайте вначале посмотрим, что у нас тут будет. Значит, нежить, теперь у нас нефритовая долина, земля подданных и захватчики. Еще будут роботы, да? Тоже, ребята, разносолочка. Нет ни одной повторяющей фракции у нас здесь. Так что хорошо. Разнообразие нас ждет. Так, 92 уровень нас встречает. Хм. Так, а у нас энергии-то хоть сколько? У нас вот этот отряд еще полненький. Поэтому, наверное, мы будем начинать именно с него. Потому что энергии, как говорится, куча. А, он сейчас будет меня спамить, ребята. Конечно же, будут выходить зомбарики. Вот эти вот. Именно с них он будет все это дело начинать. И сразу будет взрывного зомби отправлять. Ой-ой-ой, взрывной зомби сейчас, по-моему, взорвется. Фу, не нанес повреждения, ну слава богу. Пью, готовченко. Так, а мне нужно призвать сюда джиггернаута. Так, джиггернаута вызвали. Фаербол. Отлично, все великолепненько. Вот, смотрите, как чумная мышь хорошо бомбит, а. Блин, вот ее бы прокачать на 5 звезд, вообще цены бы ей не было, на самом деле. Так, ядербот. Ну, что он там, даже повреждений не нанес. Эй, ядербот, какой ядербот? Взрывной зомби, ё-моё. Уже все, ребят, всех попутал. Всех перебрал, кого знал. Так, мы здесь победили с вами, отлично. Так, двигаемся, второй этап. Блин, как же я завидую тем ребятам, которые говорят, что у них все герои прокачаны на 5 звезд и все сотого уровня. Я тоже хочу себе таких достижений. Сколько мне еще придется играть? Годика 2, да? Чтобы все это сделать. Ребята, напомню, что мы играем с вами по-честному, без всяких взломок. Так, секунду, ну-ка давай-ка. Нам нужно джиггернаута призвать здесь. Ох, тут когтистый. Вот так вот. Не было, как говорится, печали, ребята. Но когтистый прискакал. Сейчас, наверное, будет и чумную мышь мою доставать. У него же длинные когти. Мы еще и приворот с вами сделали. Ну, взорвись. Взорвался, ребята, на своей базе. Олух. Ну что, я думаю, что здесь опять же победа за нами. Все вот эти вот первые миссии, да, они легкие, потому что враг минимального уровня, 92-й, практически как и я. Поэтому мы с ним справляемся. А когда уже будем подходить ближе к концу игры, да, вот сюда вот, здесь уже будет, наверное, 100-й, может быть, 99-й даже уровень. И я этому не удивлюсь. Они думают, что я за игру должен набирать по 2 уровня, чтобы где-то примерно одинаковую дистанцию держать. Но такого никогда не будет и не было. Нет, конечно, если ты будешь вкладывать, донатить, то, возможно, да, у тебя все получится. Но если ты играешь честно, тебе, ребята, придется попотеть. Причем довольно изрядно. Ну, где вы там, олухи? Я жду вас. Так, а я успею, интересно, призвать? Да, я успею джиггернаута призвать. Так, этот идет, взрывной, блин, олух. Взрывной, ребята, олух идет. Сейчас бумкнет. Опачки. Вот банши мне здесь еще не хватало. Так, срочно нам надо вызвать баллисту. Давай вот так вот сделаем. Бумс. Карточку от банши я забрал. Ну вот, совсем другое дело. Сейчас, правда, выйдет взрывной зомби, да? Бумс. И всех наказал. Ладно, не беда, ничего страшного. Банши, хорош орать там, а? Успокойся лучше. Остынь, бабуля. Присядь на скамеечку возле дома и подумай о жизни. Она там сидит, орет. Ну, давайте, ребятули, осталось совсем чуть-чуть. Я фаербол вот так вот и добили. Красавцы мои. Так, деньги идут, опыт идет. Мы с вами растем, крепчаем. И дальше, ребята, у нас здесь прыгун.
Так, прыгун, вот это плохо уже. Кто у нас будет против прыгуна, ребят? Наверное, скорее всего, маг-рыцарь. Это единственный, наверное, персонаж, который может противостоять. Причем, если прыгун впадет в неистовство, и если у моей рыцарши сработает отражение, это вообще великолепно будет. Так, ладно, ждем. Я знаю, что он будет именно с прыгуна начинать. 100 пудов. Я как в воду глядел. Ладно, мы его здесь подождем, ребят. Сейчас он сделает свой роковой прыжок. Оп, вот так вот. Ты понял? Через отражение, ребят, он сам себе... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Е, повезло нам. Видите, отражение срабатывает, и это круто. Так, я вызываю, ребята, всадника на журавле. У нас, по-моему, на этом отряде всего лишь одна энергия была. Ой, подожди, ребят, по-моему, что-то не так у нас пошло с вами. Отлично, все замечательно пошло, все хорошо прокатило. Да сносите вы этого зомбарей тут никчемных. Слушай, нам надо вызывать, наверное, бабулю. Да? Я имею в виду ведьмочку. Эй, погоди, 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 погоди. Ульта! Черт тебя подери, а! Ну, вы видели, да, что сделал прыгун? Перепрыгнул, я что-то как-то расслабился уже. И он в неистовстве просто подбежал к моему замку. Его немножко повредил, ребята. Из-за этого у нас все очень плохо. Бонуса нам не видать. Поэтому ускоряемся и будем переигрывать этот уровень. Блин, вот что, не ожидал я, конечно. Я еще нажимал сюда, думал, ульта успеет накопиться и я успею выстрелить. Но не успел, к сожалению. Не-не-не-не, парень, так не пойдет. Слушай, а как же я теперь буду, если у меня вся надежда была именно на этот отряд? Кто может противостоять прыгуну? Вот здесь вот. Тигр. Но я тигра не успею призвать, верно ведь? Придется тут пробовать. Я не знаю. Джиггернаут. Сможет ли он противостоять прыгуну? Скорее всего, нет. Скорее всего, не сможет. Но будем пытаться. Так, давай призовем чумную мышь. Зря я, наверное, это сделал. И я, наверное, это зря, ребята, сделал. Хотя, почему зря? Ничего не зря. Без неистовства. Отлично, ребята. Все, ему кранты. Чумную мышь, блин, разбомбил мне. Гадюныш этот взрывник. Подрывник. Так, давай, давай, да, разносим, разносим. Я должен фаербол, ребята. Вот так вот. Ой, тихо, 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 тихо. Фу, опять ребятам повезло, что он без истерики. Блин, я все время забываю его контролировать. Прыгуна я имею в виду. Надо быть впредь поосторожней, поаккуратней. Потому что он будет его... Так, а, ну карточка, в принципе, не обязательно. Вот, началось. А нет, опять. Спокойный такой, главное. Фух. А, взрывает. Так, у нас... Ребят, фаербол у меня, если что, есть... У меня, если что, есть фаербол. Если, ребят, прыгун пойдет, я его, наверное, фаерболом буду бомбить уже в следующий раз. Ну, где он там? Не вышел. Точнее, вышел, но не успел прыгнуть. Отлично. Вот так вот надо проходить все эти миссии. Так, и у нас последнее. Здесь у нас жнец 92 уровня. Жнец 92 уровня. Стоит ли здесь... Тут опять прыгун, ё-моё, только сейчас увидел. Ладно, поехали, будем тратить с вами последнюю энергию. И вся надежда, конечно же, на баллисту. Хотя баллиста, что, ребята, жнец, он же порождает армию зомбарей, так ведь? Типа, как моя ведьма. О-оу, а чё так? Чё это вы так лихенько начали, а? Вы очень лихенько начали, я вам скажу, ребятушки. Прыгуна нету, пока нету. Так, ладно, предположим. Я не знаю, что скоро пойдет он. Он же должен выйти. Что-то не идет, а? Он меня напрягает этим. Вот он, ребят, вот он. И прыгун. Бумс. Адьюс, амиго. Чего? Чего такое? Я не... Ребят, я не понял. А что случилось-то? Почему прыгун не... Не сдох. Чё за фокусы-то такие? Я не врубился. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Армия нежити, про которую я вам говорил, уже практически разродилась. Фига, он вызывает еще и голема себе.
Обалдеть. Ну, давай, перепрыгнул, да? Дед, отлично. Что у нас тут получается? У нас фигня получается полнейшая, мы оглушили его. Бумс, еще, да, оглушили? Нет, не оглушаем мы его. Слушай, ну жнец должен сдохнуть. Все, он погибает. Очень, ребята, у нас мало времени. Сейчас... Слушай, да как ты так делаешь, блин, да... Ребят, я не знаю. Почему он неуязвим, а? Почему он не может сдохнуть, этот прыгун, блин? Опять мне придется переигрывать все. Опять все из-за прыгуна. Убил жнеца и слиться на прыгуне. Ну, это пипец просто-напросто. Ладно, я ускоряюсь. Так, ребятули, отвлекли меня маленечко. Ну, ладно, давайте добьем. Добили. И нам нужно как-то это дело переиграть и сделать все красиво. У нас хоть... У нас и энергии еще нету. Елки ты палки. Слушай, а как думаешь, вот этим отрядом есть шанс выиграть? Так, ну-ка давай попробуем. Мы все равно с вами ничего не теряем, да? Только приобретаем, как я уже говорил. Энергию все равно надо всю тратить. Получится у нас, не получится. Единственное, что контролировать прыгуна вот этим вот отрядом, это как-то, ну... Это жестко будет на самом деле. Так, давай-ка мы, наверное, призовем тигра. Ну, тьфу ты, ждем тигра называется. Для него энергия еще нужна. Ага, здесь подбили. Здесь удачно. Кто там у нас? Там взрывной зомби был, да? Сейчас, естественно, пойдет прыгун. Нет? Слушай, тогда я буду вызывать друидку. Хе. Именно друидочка мне нужна здесь. Вот он, ребята, вот он, этот паршивый прыгун. Давай вот так вот мы сделаем. Молотильщика сюда призовем. И грифу. Да? Чтоб тебя разорвало, а? Ну, ладно, ребята, у нас, по крайней мере, здесь есть... Друидка, может быть, она нам здесь поможет отхиляться. Не уверен, конечно, в этом. Но вдруг. Вдруг. Ну, ставь свои тотемы. Друидка, ну. Ёпрсте, идет армия говнюков. Так, давай мы будем с тобой отходить на попятную. А? Радость-то моя. Нет, она все равно идет вперед, ребят. Ну, фигня получается. Наверное, здесь не нужен прыгун нам. Я его убираю, ребят, из этого отряда. Он тут вообще не нужен, серьезно вам говорю. Слушай, а куда делся? Жнец же был здесь, я же помню. Куда он делся? Как мы его подбили-то так быстро? Так, ладно, в общем, ускоряемся. Жнеца когда-то успели, умудрились убить. Даже я не понял, когда это произошло. Как? Может быть, тигр его бомбанул, а? Фиг его знает. Ладно, ребят, у нас последняя с вами энергия. Убираю я с этого отряда прыгуна. Вообще здесь не нужен. Просто он все мне, весь отряд заваливает. Я его... Так, квест у нас тут еще. Давайте заберем. Так, грифона я могу... О, слушай-ка. Ну, совсем другое дело. Так, 89 уровень. Еще... Так, погоди-ка, что у нас тут-то произошло? Откуда? Чего? Ну-ка. Ёлки ты моталки. Ребята, я вас поздравляю. У нас ядерный робот получает 4-ю звезду. Конечно, будем развивать. Но использовать я его как бы не собираюсь. Так же, в принципе, как и епископа. Ну, не нравятся мне эти персонажи. Что я могу сделать? Значит так. Убираем отсюда прыгуна. Толку от него здесь вообще нету. И возьму я, пожалуй, слушай, может быть, ниндзю взять? Нет, ниндзю не хочу брать. Некро? Некро. А некро, в принципе, хороша. Была бы. Ну, уровень, да, слабенький? 82-й. Можно взять паладина сюда, кстати. Взять паладина, предположим. Или же мечника. Хм. Слушайте, у нас есть над чем подумать и над чем разгуляться. Или вообще самурая взять. Прикиньте, мы возьмем с вами самурая. Он же у нас любит тоже в истерику впадать, вставать на коленочки и махать своим мечом, соответственно, не давая никому пройти. Да, короче, я возьму, наверное, ребят, паладина все-таки. Попробуем сыграть именно таким макаром. Поехали. Так, что, если...
На худой конец у меня контролирующих всего лишь получается два юнита. Это тигр и паладин. И причем они оба очень дорого стоят. Ухухухухошечки, это вам не просто так. Ладно, давай посмотрим. Все дело в прыгуне. Так, банша идет. Естественно, зомбик. Так, мы можем что с вами сделать? Ну, давай вызову тигра, так что быть. Вызовем тигра. Теперь, конечно, нам нужно, ребята, вызывать в любом случае друидку. Так, хорошо, сейчас пошло. Отдай только... Вот. Явился, блин, не запылился. А если мы вот так вот его? Отлично, поймали, короче, мы его, ребят, подловили на прыжке. И теперь давай, друидка, пошла, родная моя. Слушай, а вдруг нам повезет, и он не успеет никого призвать? Конечно! Не успеет он призвать. Вот он тебе, ребята, и не успел призвать. Так, друидка, давай, выпускай свои тотемы. Они здесь очень сильно нужны нам. Прыгун еще появился, да? Не запылился, как говорится. Замечательно. Слушай, но он... смотри, ребят, получает повреждение. Я не могу понять пока от кого. От тигра, видимо. Есть! Мы вообще в порошок снесли. И при этом еще получили карточку. Ну вот, вот, ребята. Тихо, подожди. Прыгун, смотри, что вытворяет. Подбили мы его как-то, умудрились. Есть! Слушайте, ну... довольно хорошо было сработано. Все-таки паладиныч это круто, ребята. А вот прыгун, который был у нас до этого, он здесь не очень хорошо заходил. Смотри-ка, 7 карточек на деда и 13 карточек на банши. Плюс 1500 монет. Да, ребят, мы с вами переходим только лишь на вторую локацию. Но у нас, по-моему, энергии ни у кого не осталось. Сейчас проверим мы это дело. Может быть, где-то произошел откатик. Так, Грифа, давай-ка мы тебя... вот так. Еще один левел, ты у меня будешь... по фулочке прокачан. Так, нету, ребята, к сожалению, ни на одном отряде энергии. Как вы сказали, создать какой-нибудь боеспособный отряд. Но в принципе, можно попробовать. Да? Давай-ка прикинем. Например, мы убираем вот этих всех ребят отсюда. Ага, получается, что у нас хоть босс-то есть какой-нибудь нормальный, полноценный, который может разруливать ситуацию? Нету. То есть у нас богиня солнца. Ну, предположим, ладно, пускай будет богиня солнца, да. Некро взять. Возьмем ниндзю. Что-то какая-то фигня получается у нас, ребят, если честно. Ну, вы сами смотрите, ну что это? А где танк? Хоть один танк хороший есть у меня? Нет, конечно, я могу взять жабу с молотом. Но это 74 уровень, всего лишь-то 74 уровень, не годится. Из стрелков можно было бы, конечно, взять морского этого космического слизня. Но он 8 уровня. Тоже нужно прокачивать. Бородавочник, в принципе, за танкулю пошел бы. Но, опять же, не прокачанный. Вот самый хороший танк, если бы мы его прокачали на 4 звезды, можно было бы взять стража. Ну, в общем, ребят, вы сами понимаете, что, ну не вариант. Ну, не выходит ни шиша здесь толкового. Давайте опять поставим всех вот этих вот ребят. Пускай они у нас прокачиваются. Все будет у нас тип-топчик. Так, а подожди-ка, мы уберем отсюда богиню солнца. И я вот думаю, что надо брать уже вот этого бог ветра, пускай прокачивается. И все у нас будет замечательно потом. Ну что же, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Рэй, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков, удачи вам. Be cool.